коллектив «От и до». Я Сергей. За мной сидит Стасян Басян. И это Никита Петров, герой наших концертов. Почему ваш коллектив называется «От и до»? Возникла такая идея короткого названия, броского. И кто-то, даже, по-моему, не я, кто-то сказал что-то подобное. Ну, просто в контексте музыки. Типа, давай там сыграем «От и до». И я думаю, о, прикольно. Что ты чувствуешь, когда вместе играете? Ну, спасибо. Я сейчас так немножко потеоретизирую, что называется, да? Давай, мы трио, трио вообще это очень сложная как бы форма музыкального коллектива, где очень как бы, ну, бывает вот сложно, как бы сказать, ну не навалять лишнего и не сыграть мало. Я играю эту музыку, потому что она мне нравится. Но просто какой-то вот такой внутренний порыв, наверное, да. Но когда, собственно говоря, Стас, да, и я, как вот перед секцией, мы создаем такую, как подушку такую вот. Просто есть моменты, которые прям вот охренительные. В начале вещи отсчет. Вот первые аккорды, которые берет Эммануил. Литорган. Да, вот они очень сочные. Они очень джазовые, я люблю джаз. То, что я чувствую, по-настоящему я себя чувствую и гармонично я себя чувствую только в компании людей, с которыми я вот дышу воздухом, вот сейчас здесь или на репетиционной базе. И мне не очень интересно, честно говоря, делать это одному. Хотя сочиняю я, конечно, чаще, и какие-то мотивы приходят мне в одиночестве. И, наверное, это тоже вот такая часть моей жизни, что ты как бы, может быть, вот что-то переживаешь. Но мне нравится то, что часто все-таки бывает такой момент, что мы что-то придумываем и на репетициях. И вот недавно у нас была потрясающая вещь, которая называется «Дорога на Карибы». Она была вообще просто придумана просто на базе. Это было как раз вместе с Русланом из «Стриптонс». С Обиняновым. Вот. Это было потрясающе. Мы сделали очень быстро вещь, которая просто, ну, она хитовая. И мне нравится, что мы ее быстро сделали все. И фактически мы ее сыграли в Place. Это был как раз классный концерт. Это была такая квинтэссенция. Вообще важно, чтобы после всех нас как бы что-то осталось. Да, то есть у нас же есть продукты нашей жизнедеятельности, да, человеческой, как бы. И вот чтобы от нас осталось хотя бы что-то вот, помимо этих продуктов в этом мире. Во-первых, конечно, мы все лукавим, мы это делаем для собственного удовольствия. Если бы мы не получали от этого удовольствия, мы этого бы не делали. Но дело в том, что мы люди, и поскольку мы получаем удовольствие, другим людям от этого тоже, как ни странно, бывает удовольствие. Если вот эти образы и как бы флюиды, они похожи. И я надеюсь, что вот этих флюидов и людей, которые будут с нами кайфовать вместе, их будет все больше и больше. Это бы хотелось, потому что, конечно, не хочется это все делать просто в стол, в историю. Хочется, чтобы был какой-то сейшн, чтобы был позитив. Хочется положительных эмоций и своих, и людей, которые участвуют в этом во всем. Я имею в виду слушателей, конечно, и записи, и концерты. Вот. Приходите на наши концерты, покупайте наш винил, который мы скоро выпустим. Группа «От и до», Сергей, Стасян, Никита. А сейчас мы будем рубить рок. Раз, два, три, четыре. Thank you.
Thank you.